12 июня Россия отмечает день принятия декларации о государственном суверенитете. Этот праздник называют еще и День России. В нашей стране, в том числе и в Славянском районе, в честь знаменательной даты пройдут праздничные мероприятия. Но из-за пандемии большинство из них состоится в онлайн-формате. В преддверии праздника стартовала всероссийская акция «Флаги России» и флешмоб «Окна России». Каждый желающий может принять участие в акции и украсить свой дом или предприятие флагами и рисунками на праздничную тематику. Еще одна акция «Испеки пирог и скажи спасибо». Таким образом, можно поблагодарить своих близких, родных, ветеранов, учителей, врачей и поздравить их с Днем России. В социальных сетях в праздничный день будет вестись онлайн-трансляция концертов и поздравлений от славянских артистов. 11 и 12 июня на центральных улицах города волонтеры будут раздавать ленточки триколора. В День России в 9 часов утра на Театральной площади состоится торжественный подъем флага. Праздничное настроение создадут концерты во дворах многоквартирных домов. А в 12 часов 12 июня славянцы могут присоединиться к еще одной всероссийской акции и спеть гимн вместе со всей страной. Поздравляем вас с наступающим праздником!